Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Ну что, у нас закончился турнир, и мы забираем свой приз. Лига мастеров 3 звезды, не менее. Поехали. Так, сюрикены, Эйприл, золотые осколки, плюс платиновые осколки, 75 штук. Так, и здесь забираем свою награду. Лига мастеров, $150 в копилочку к нам упало. Открыть колоду. Ну, это мы сейчас вот только что открыли колоду, которую получили. Ну что, и давай-ка мы, наверное, ежедневки сделаем попозже. Пойдем сразу же тогда, наверное, на турнирную арену, да? Потому что на моих часах 4.27. То есть откатик вот-вот, буквально как 20 минут, ребят, назад прошел. И я думаю, что, может быть, мы неплохо сегодня бустанемся. Мне бы хотелось бы в это верить. Пока меня еще не выписали с больницы. Я еще, ребят, на больничном 2 дня. То есть мне 18 числа только идти на прием. А там, не знаю, ребят, мне еще направление дали в больницу на обследование. Да. Но когда вызов будет, я еще, честно говоря, не знаю. В общем, не очень такие радужные перспективки. Уже на самом деле надоело мне вот это вот болеть. Но обследоваться тоже надо, потому что непонятно причину, надо установить, почему, по какой причине все это у меня появилось. Обследуемся, а потом, как говорится, уже будем спокойненько арбайтен, да? Ну что, давай попробуем здесь этих олухов разобрать, хотя тут и пробовать-то нечего. 56 уровень, ты сам понимаешь, да? Расколбасит только шорох их, только шорох. Ну и мы двигаемся с тобой далее. Так, мы на воин 3 звезды, ну естественно, ну а как ты хотел? Изи каточка, ё-моё. А вот хотелось бы сейчас получить 12-13 на самом деле, но что-то мне подсказывает, они, наверное, скажут балалаечку тебе, Рэй. На всю ту... Нет, они дали. Слушай, и 4 персонажа уже. Это круто. Раз, два, три, 4. Ну чё, поехали. Будем сейчас свистеть, как пули над головой или как фанера над Москвой. В общем, посмотрим. Этих буржуев, я думаю, быстренько мы сейчас уложим. Давай, наверное, сделаем массовую атаку Рафаэльчиком, да? Все, 56 уровень, просто их кладет одного за другим. Ну, а мы, естественно, двигаемся дальше. И, да, элита, ребята, уже в элите. 85-я позиция, правда, но ничего страшного. И хотелось бы получить 13-14, ну, вот. О, 12-14. Я думаю, что годится. Мне это нравится, меня это устраивает. Давай, поехали. Но персонажа еще 4, как ты видишь. Сейчас мы все это дело исправим. Так, вначале бросаем вот это, чтобы Кирби тут не смог хилять. О чем я? Какой Кирби, ребята? Какой Кирби? Он тут еле выжил. А я имею в виду Ванька. Я же забыл, что мы тут всех переплевываем уровень-то. Вот так вот, а ты что думал? Немножко нам не хватило, чтобы перейти на следующий ранг. Ладно. Слушай, дадут они мне все-таки? Ну, я вижу, что 12-14, а хотелось бы... Наверное, не дадут. Ладно, давай возьмем 12-14 пока. И также... также, блин, 4 персонажа, ё-моё. Это уже какой поединок? По-моему, 5 у нас, не ошибаюсь. Надо что-то делать. Надо как-то это дело исправлять. Так, нормально. Бросаем флакончик, баллончик. Козырно. Все. А другого расклада и быть не могло. Так, смотрим. Элита 2 звезды, а ранг. Меня интересует ранг. 49-й. Так, 12. Давай мне 13-15. Все, хватит уже тут вот. Хватит уже, как говорится. И вот теперь уже у нас 5 бойцов. Уровень, я вижу, у них 3-4. Они растут практически с каждым поединком. Прибавляют по 3-4 левла. Давай-ка попробуем массовую атаку сделать. Так, лиса, ты моя краса. Ну, неплохо все равно, ребят. Все было неплохо. Сделаем также дебаф. Дебаф. И, блин, у меня массовиков-то нету. Нет, есть. Давай, Лео, жги. Малорик, по красоте все сделал. Все как полагается. Ну, а мы продвигаемся далее.
Элита 3 звезды и ранг 62. Вот такие вот петрушки. 62, 13-16. Ух. Ну что, пора немножечко помурыжить этих ребят, как по мне. И мы возьмем... подожди. Ну, тут однозначно нужно Микеланджело вырубать в первую очередь. Тут как ни крути. Чтобы этот супостат тут не выпендривался особо. И Хан тоже, кстати, здесь меня немножко нервирует. Хан не упал, но сейчас упадет, надеюсь. Красавчик Рэй. Ой, Рэй, Раф. Конечно же, Раф. Какой Рэй? Рэй — это другая тема. А там Раф. Ну, давай бросим холодильник, так уж и быть. Я вижу, что он просто тянет руку, чтобы бросить холодильник. Это что такое сейчас было-то, Рафаэль? Ты совсем, что ли, а? Видимо, обиделся, что я назвал его Рэйчиком. Какой тире, я Раф. Ну что, а мы уже, друзья, в самураях. И отсюда уже начинается, как говорится, элита эпопеи. Давай попробуем сейчас каким-то чудом поймать 14-17. Но мне кажется, что... А, во! 14-17 есть. Так, 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 так. И вот так. Погнали. Погнали, наши вороны. Мудагека там что-то облизывается. Что-то облизывается, предвкушает, что ли. Думает, там вкусняшку ему дадут. На тебе, пожуй специального корма от Криса Брэдфорда. Еще жуй. Не нравится? Добиваем тогда. Тогда добиваем. Все. Это было красиво. Это было красиво и необходимо. Шуршим дальше. Так, шуршим дальше. И 27-я позиция. Окей. 13-16. А дадут ли мне... Во, 14-17. Раз, два, три, четыре, пять. 56-й уровень. Ну, у них уже 40-й. То есть, как бы нужно малька напрячься. Маленечко, совсем чуть-чуть. Вот капельку. И будет у нас The Best From West. Карайка, иди отсюда. Я, наверное, еще дебафчик на них повешу. Вот. А теперь давай, Кунаичи, жги. Красиво, ребят, красиво. Вот так вот надо делать. Вначале задебафил их по полной программе, а потом массовую атаку. На, выкуси, как говорится. Летим дальше. Самураи 2 звезды, 70-я позиция. То есть поединка 2 придется отыграть, как ни крути. Меньше... меньше не получится, чтобы перескочить на следующий ранг. Да и уже, честно говоря, будет немножко напряженно, потому что они уже 41 ранга, а мы с тобой 56. Разница буквально, ну, 14 уровней. Давай-ка влупим вначале так. Так, кого нам вырубить в первую очередь? Я думаю, что Шреддера. Ну-ка, красавчик. А теперь Масуху. Донателло, ну это понятно. Донателло, как всегда, у нас самый такой живучий выживальщик, можно так его назвать. Ну, какое место? 16, отлично. 14-18 уже у нас идет по кубкам. Ранг 43 у наших противников. А мы уже дошли до 60-х. С одной стороны, это хорошо, что мы дошли до 60-х, а с другой стороны плохо. А плохо тем, что у нас скоро закончатся бойцы, и мы с тобой дальше не сможем продвигаться. Вот и все. Вот эта команда какая-то, да, без массовых атак вообще не айс. Ну что это, ну... Не туда и не сюда. У нас только Рафаэль. Подожди, какой Рафаэль? Ну да, Рафаэль. Ну... И плевок. Муха, ты как всегда. Ты в своем просто репертуаре. Она не хочет бомбить. И вот так вот всегда происходит. Ну что, мы занимаем самурая 3 звезды. 64-я позиция. Уже зашипел, как этот, как змея Карай. Так. Так, 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 так. Ну, так вот, все, погнали. Ну, 70-ники, 44-х, ну, сам понимаешь, они рвут их в щепки. В щепки, смотри.
Шредер выпускает своих кланфутовцев. Ну, а выжили тут, я не знаю, просто живунчики какие-то. Причем один из них Донателло. Пускай он даже маг, но он выжил же. Смотрим, что у нас тут получается. Твою налево. Мы в Сёгу на сегодня не зайдем. А если зайдем, ребята, то нам не дадут они дойти до трех звездочек, скорее всего. Да, это вероятнее всего, ребята, не получится. Хотелось бы, конечно, но они не дадут прослабления такого. Ну-ка, давай-ка метеоритик закажем. Бум-бух. Все. А, какое все? Конечно же, Бибоп выживает у нас. Он же тоже один из выживальщиков первой категории. Ну вот, наконец-то мы перешли с тобой в Сёгуны. Отсюда надо, ребята, добираться, ну, как-то до трех звезд. Но дело в том, что у нас бойцов-то уже йог, понимаешь? Нету их. Вроде бы как бы и рад перейти, и в то же время, ну, никак. Не хватит запала нам на поединке. Так, Ванька и Дони, да? Ну, давай Ваньку, наверное, так с помощью кибодачи ушатаем. А этого, как это называется, двумя пальчиками хуч! Пробивным, ё-моё. Сплинтеровским пробивным сделали. 27-я позиция. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать тебе одно, что Сёгун 2 звезды — это максимум, что мы сегодня получим. На 3 звезды у нас не хватит мощей пройти. Да не то, что мощей не хватит, там не хватит просто персонажей. Вот и все. Ну, откаты тратить, ты сам понимаешь, что это бездарно. Поэтому мы как-нибудь без этого обойдемся. Все равно завтра опять нас скинут где-нибудь там на самурае, да? Да еще к тому же какие-нибудь там 2 звезды. В общем, все по старой схеме. Ну что, давайте мне 16-21. Слабо? Слабо вам дать 16-21 рейчку? М? Не хотят. Они хотят, супостаты, давать мне 16-21. Ну, секунки, короче, одним словом. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот я буду делать. Жестко. Беспощадно. Давай, Шредер, влупи им хорошечно там. Все. Одного удара было достаточно, чтобы просто эти ребята отдуплились. И, судя по всему, наверное, сейчас, ребят, будет последний поединок. Позиция 45-я, к сожалению, не хватит нам для перехода. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, еще мы сделаем, еще сделаем один поединок, и тогда мы с тобой перейдем. Но, сам понимаешь, профита в этом никакого нет вообще. Давай. Красава, зэк. Ну, Крэнк, добивай уж, так уж и быть. Дам тебе сегодня немножко побуянить. Отлично. Ну что, ушатали. И последний поединок. Ну да, мы только с тобой в Лигу Сёгунов 3 звездочки доберемся, и все. Очень сильно стало и тяжело, ребят, проходить на арене. Нет, ну проходится, в принципе, она легко, но почему-то именно вот кубки, зарабатывать кубки стало намного сложнее. Я не знаю, с чем это связано, но тяжелее. Я думаю, что многие уже это давным-давно заметили, еще как полгода назад. Ну, благо, что мы все-таки вообще прошли и вышли в Лигу Сёгунов. 69-я позиция, слабенькая, кстати, позиция на самом деле. Так, и давай-ка мы, знаешь, что сделаем? Давай-ка мы сделаем ежедневки теперь. Так, пройти серию испытаний. Побежали по испытаниям, пробежимся. Ну, давай вот здесь вот возьмем. Так, Лео, Майки, Кожеголового возьмем. Плюс, наверное, я возьму Макмана и... Иди ты в баню. И Супер Шредера. Вот такой командой попробуем. Так, Кирби, Гриб, ну и Таракан. Блин, я думал, завалит Кирби. Нифига, не получилось у него.
Ну, давай так сделаем. Да что ты будешь делать-то, а? Не хочет его бомбить, и все. Плевком. Кислотным. У Макмана кислотный плевок, кстати, очень хорошо уничтожает тараканов. Ну что, теперь массовый? Нет? Нет у нас массовой атаки. Вот Шреддер, да? Шреддер может себе это позволить. Добьем, наверное, Бибоп. И Крип. Все. Здесь у нас Прудина. Здесь у нас Прудина, и нам нужно будет сейчас идти искать на маузеров, да? Скорее всего. Ну, сразиться в сложных боях, в легких боях, поэтому мы ищем с тобой маузеров. Вот они, кролики наши. И нам надо... Так, слушай, подожди, я разве не нашел два ножа для пиццы в прошлой серии? Разве этого не было? По-моему, было. Я еще говорю, что нам осталось, типа, найти кружки. Странно. Ладно, поехали. 14 кружек надо, да? Одну нашли, вторая. Уже в заначке. Третья. Четвертая. Так, 4 кружки есть. Ну, пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая. Десятая. Сколько там надо было? 11 или 14? Ой, 12 или 14? Так, это, короче, 11. Это... Все, это никакая. Потому что пицца закончилась у нас. Сколько надо там было? 14. Значит, еще все-таки 3 крухана надо нам будет найти. Обязательно это сделаем, это уже другой серии. Так, и хватит ли у нас мутагена для того, чтобы... По-моему, не хватит. По-моему, не хватит, чтобы поднять левел нашим кроликам. Хотя нет, хватает. 81 уровень, друзья, они получают. И добираем здесь задание. Так, а что у нас в поединках на испыталке? Сцена насилия, силы природы. Так, ну что, давай тогда быстренько пробежимся по этому эпизоду, чтобы можно было его пофармить. Пофармить именно на жетоны. Там немножко не хватает, по-моему, жетонов, чтобы прикупить еще 3 ДНК на... Сам знаешь, на кого. Сейчас... Что сейчас было? Сейчас Микеланджело бил 10 уровень 2 раза? Он что, издевается надо мной, что ли? 10 уровень он бил 2 раза? Да как такое может быть-то? Или я что-то прозевакал? Может быть, там была защита от смерти? И он как бы ее сбил, а потом на второй раз он его добил? Или я что-то вообще не понимаю? Да. Ну что, поехали фар... Я говорю, поехали фармить. Это радарные маяки, это у нас книга. Так, это жетоны. Вот жетоны нам как раз-то и нужны. Нужно 530 жетонов насобирать, если мы хотим открыть еще 3 ДНК. Так, 515, 529, как-то неровно идет все, 544. Забегаем прямиком в магазин. Предметы. Так. И приобретаем. Ну что, ребята, 77 ДНК из 100. В следующий раз возьмем, будет уже 80. А там можно, в принципе, уже и расслабиться. Практически 20 ДНК, 20 жетонов. Блин, 20 ДНК найти, и все. И будет он у нас прокачан. Так, я, наверное, все-таки дотрачу сыр, с вашего позволения. Сыра, потому что у нас тут сколько там еще? 27 на 3. Ну, считай, 7 попыток. А 7 попыток по 15, это получается... так, 7 попыток. Сотка почти.
7 попыток на 15. Че я несу, блин? Ну да, сотка. Все, друзья мои, пожалуй, на сегодня можно и закругляться. Вот такая у нас коротенькая, но продуктивная серия. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.